Первый ролик 2021, и это вот по Метьену 2. 100 лет не играл в эту игру, не знаю, я в нее играл где-то, может, лет 10 назад, ну, где-то так. У меня это... Забыл, как он называется? А, ниндзя. У меня ниндзя 5 уровня, вот на 5 уровне можно выбрать специализацию. У него клинок и лук есть, то есть клинок это ближник, а лук это дальник. Ну, у меня дальник, у меня с луком бегает персонаж. Ну вот, у меня 2 учителя, ближнего и дальнего, так что я живу на дальнего. То есть до 5 уровня ты бегаешь автоатакой, только бьешь. Бла-бла-бла. Ниндзя 5 уровня, вот я подхожу по требованиям. Выбрали учение дальнего боя, добро пожаловать. Выбрав одно умение, получить очень навык. Он уже повысил желаемый навык. Все, у меня есть навык, наконец-то. Ну, я гайд посмотрел, вроде как ядовитую стрелу рекомендовали. Так. Ядовитая стрела. Хилку я поставлю, наверное, на 4. Наконец-то, а то автоатакой бить такое себе. Еще лопну ядовитую стрелу. Короче, как-то так надо тестить. Я не знаю точно просто как укачивать, потому что реально Метьен 2 это не самая популярная игра, и гайдов по ней почти нет. Я нашел примерную, типа, в какой очереди что качать. Но инфы на самом деле немного. Пока так затестим. Так, я ему должен был сирень принести, я ему принес. А, еще мускусное масло теперь надо принести. Ну, пойдем. Стрелка над ним горит. Открыть магазин, не надо мне ничего. Так. А, мускусное масло надо заказать. Пиздец, что так сложно? Так, голодный волк альфа, у меня квест убить. За какой крутящейся монетой надо следовать? Что за бред с этим квестом? Следуйте за крутящейся монетой, написано. Ее покупать, что ли, надо? Ладно, херня, потом разберусь. Пойдем сначала с боевкой посмотрим. В общем, эта игра где-то 2004 года. Но я в нее не с самого старта играл, то есть... Ну, вот где-то 10 лет назад я в нее чуть-чуть играл. Жду сейчас новую лигу в ПУЭ. Что-то шаг в Shadowlands делать особо нечего, надоело. Вот же музыка тут 10 из 10 в этой игре офигенная. Так, голодный волк альфа надо убивать. Мобы тут не агрессивные. Так, голодный волк альфа, не вижу. Вот он, голодный волк альфа, 4 уровня. Так, тестим скилл. Ну, по сути, я автоатакой убиваю. Типа,
типа такое. Так. Пиздец, надо именно мобов определенных убивать. Типа, если не тех убивать, то не будут в квест зачитываться. Но все равно это первое видео 2021, и вот честь выпала именно этой игре. Нормально, но она по площади бьет, то есть по сути надо мобов загривать, насколько я понимаю. Надо агрить мобов и бить вот этим скиллом. Просто я давно играл, я особо не помню, что я там делал. Квесты сами появляются в определенной панели их. Многие квесты даже брать не надо, ни у кого они сами появляются. Так, голодный волк альфа. Нормально так целую пачку убил. Прикольно, мне нравится. Чисто пачку зафармил. Так, еще один. А ну типа сдаешь ты квесты тоже через эту панель. То есть тебе даже идти никуда не надо, у тебя квест сам сдается. Еще голодный волк альфа нужен. Тут мобы все вместе, то есть рядом стоят мобы 5 уровня, и рядом стоят 16 и 15. То есть очень такая смесь какая-то. Ну, го, в принципе, я могу пачки фармить, наверное. А ну-ка. Нормально. Чуть нифига тут не пачку. Шмотки иногда падают, но шмотки не нужны, падают. Ник у меня Эйнар. Если что, пишите. Ну, в описании видео оставлю. Так, голодный волк альфа мне нужен. А, мне голодные голубые волки тоже вроде нужны. А, не, эти не нужны. Просто я смотрю, чтобы случайно не того волка пиздануть, а то тут бегает и 5-го, и 16-го уровня, как я сказал. В принципе, пока я левел качаю, можно прям всех мобов в тупо убивать. Наверное. КД долгая у этого скилла. Все, видите, выполнил квест, а или не выполнил. А нет, еще один голодный волк. 400-та тут здоровье, инт, сила и подвижность. Ну, пока подвижность в основном качаю. Так, теперь давайте по скиллам. Надо несколько скиллов брать, потому что у них КД. У меня ядовитая стрела на 2. Еще повторный выстрел на 2 я возьму. А ну-ка теперь... Нормально так, блядь, пачку просто убил. Просто зафармил пачку. О, этот моб, оказывается, на меня согрелся, я даже не видел. Так, не пойму, как второй скилл работает. Что-то херово он работает. Я думал, он на ОЕ бьет. Башкарес выпал. Нормально. Но башкарес мне не нужен, к сожалению. Забавно, в этой игре можно щит носить. То есть и лук, и щит сразу. Интересная хрень. Видите, задание выполнено. Можно прям тут получить награду. У вас каждый уровень 4 очка дают, ну или 3. То есть тут на каждом уровне несколько. Повышает хп и защиту. Вообще, ну, все-таки немного защиты.
Так, голодный волк альфа мне нужен. Вот он, голодный волк альфа, у него 16 левела, это не тот волк. Так, а он... А, бля. Горящую стрелу надо вкачать, она ее бьет. Ну, в принципе, я бью бобов, которые даже на 4 уровня выше меня. Спокойно убиваю. А ну-ка, давайте сейчас АОЕшкой херану. Прям в толпу. Я и бобов 10 уровня бью. Нормально. То есть много урона, спокойно защищаю, в принципе. Блять, залагало. Почему я сейчас урон не наносил этому мобу? Пиздец. Игра 2004 года, не могли ее починить 2004 года. Ну, музыка тут, конечно, охеренная в игре. Ну что ж, как-то так буду держать в курсе. Скоро анонс новой лиги Поя будет. Где-то через неделю вроде. Буду держать в курсе. Ну и в Метин 2 буду пока качаться.